Пожарная машина «Урал» радует спасателей не только эффектным внешним видом. Она зарекомендовала себя как надежное техсредство для проведения спасательных операций. Среди ее достоинств – высокая проходимость по бездорожью, отличное пожарное оснащение, специальные установки и эффективная работа на пересеченной местности. Автоцистерна вмещает до 6 кубов воды и укомплектована пожарно-техническим вооружением. На весь Краснодарский край поступило всего 4 такие машины, одна из которых досталась пожарной части Северского района. Она отправилась на службу в пожарный пост станицы Смоленской. Здесь новая техника крайне востребована. Неподалеку расположен лесной массив, в котором любят отдыхать жители края, а также множество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых нет центрального водоснабжения. Мы будем закрывать это направление, так? Да, да. Это направление Смоленское, Тихомахаша, Бановка, Григорьевская, так же, да? Ставрополька. Но даже на всякий случай можно где-то еще и помочь. Начальник поста 153 станицы Смоленской Марина Лозовая уверена, новую технику они заслужили по праву. Немалую работу проделали сотрудники совместно с районной администрацией, когда приводили рабочее помещение в порядок. Спасибо нашему главе района Адам Шахметовичу Джариму за оказанную помощь в благоустройстве помещения. Сколько раз я лично обращалась к нему по вопросам о помощи, наведении порядка по водоснабжению, чтобы все наше противопожарное наружное водоснабжение было всегда в исправном состоянии. И только благодаря ему мы добились тех успехов, которые у нас сейчас есть. Благодаря современной технике спасатели могут более оперативно и эффективно ликвидировать чрезвычайные ситуации. Главное, чтобы поводов для эксплуатации новой машины было как можно меньше.